Коллекция музея истории Первоуральского новотрубного завода сегодня пополнилась новыми экспонатами. Теперь в одном из залов можно увидеть, например, миниатюру разливочного ковша из электросталеплавильного цеха «Железный озон 32», флагмана белой металлургии. Для сталеплавильного комплекса у нас давно уже есть небольшая экспозиция со дня открытия 2010 года. Затем у нас есть фильм о строительстве. И нас радует, что наша экспозиция в этом плане электросталеплавильного комплекса пополняется. Макет сталеразливочного ковша весом около 7 килограммов изготовлен сотрудниками цеха. На нем выгравированы растущие год от года показатели производства железного озона 32. Также на вечное хранение в музее передали памятную медаль, изготовленную в честь десятилетия работы электросталеплавильного цеха, и книгу об успехах его коллектива. Сейчас сталевары ПНТЗ готовятся к выплавке юбилейной 10-миллионной тонны стали. К этому событию они планируют снова пополнить экспозицию заводского музея. Мы думаем сейчас над этим, как экспозицию о сталеплавильном производстве расширить, потому что хочется сделать красиво, хочется, чтобы люди останавливались, чувствовали энергию цеха, энергию коллектива, энергию этого замечательного производства.